На прошлой неделе на площадке «Автодром» состоялся конкурс для автолюбителей «АвтоВиртуоз-2016». В этом году в конкурсе изъявили принять участие 25 экипажей, из которых 21 экипаж дошел до финиша. В первой части конкурса капитанам команд необходимо было решить 20 вопросов на знание правил дорожного движения. В практической части участникам предстояло пройти следующие испытания. На скорость выполнить упражнение на собственном автомобиле со стаканом воды на крыше, опираясь на слова штурмана, выполнить эти же упражнения с закрытыми глазами. В сварочной маске и заклеенным стеклом. Третьим заданием было поменять на скорость колесо у предоставленного организаторами автомобиля. По итогам конкурса выявлен лучший знаток правил дорожного движения – это Далтовский Данил. Экипажи, показавшие наилучшие результаты, получили звание «АвтоВиртуоз-2016» и были награждены кубками и денежными призами. А все участники – грамотами за участие в конкурсе. Команда, набравшая наименьший результат, в конкурсе получила поощрительный подарок – чайник.